Это шаг к победе. Так назвали запуск нового маршрута городского экспресса «Днепровские железнодорожники». Этот проект запланировали еще до начала полномасштабного вторжения. Но реализовать его удалось лишь сейчас. Теперь два электропоезда будут курсировать между Днепром и Каменским. Користуются приморским рухом 13 000. Пользуются пригородным движением 13 тысяч пассажиров в сутки. Из них 4 тысячи между Днепром и Каменским. Поэтому выбор сделан не просто так, а с учетом спроса и пассажиропотока. Специально для этого проекта отремонтировали и модернизировали два состава. Поезд оригинально с Луганского. Поезд оригинальный, Луганского тепловозостроительного завода. То есть это очень символично, что возвращаем украинское, что было отобрано. А капитальный ремонт сделали на Киевском электровагонном ремонтном заводе. В марте этот завод стал работать на улучшение пригородных перевозок. И в этом году мы существенно увеличили и освоили новые серии. Для того, чтобы управлять модернизированным электропоездом, машинист прошел дополнительное обучение. Говорит, в кабине теперь есть много новых нужных функций. Она оснащена современными бортовыми приборами, кондиционерами, компрессорами и многим другим, чего нет в старых электропоездах. В частности, это и видеонаблюдение. Мы можем включать боковые зеркала. Мы теперь можем включать боковые зеркала. Теперь мы можем видеть в зеркалах, плюс дополнительно через камеры. Можем нажать кнопочку и увидеть каждый токоприемник. Это крыша. Также мы можем видеть, что у нас происходит в салонах. Вагоны сделали инклюзивными. В них предусмотрены пандусы, навигация шрифтом Брайля, места для пассажиров, которые передвигаются на колясках, а также для тех, кто едет с велосипедами. В каждом вагоне несколько десятков USB-зарядок. Маршрутка стоит 50 гривен, у нас 18. Маршрутка стоит 50 гривен, у нас 18 гривен. Также здесь удобнее, теплее, проводник всегда будет с юмором проходить, продавать билеты. От областного центра до Каменского Днепро-Сити-экспресс доезжает всего за 40 минут. Пути делает 4 остановки. Мне нравится. Очень красивый поезд, новый. Хочу поблагодарить всех, кто создал эту красоту. И сказать спасибо нашим воинам за то, что благодаря им мы можем ездить в таких комфортных условиях. Система Днепро-Сити-экспресс стала второй в Украине после Киева. В столице ее запустили в марте 2023-го. А весной 2024-го железнодорожники Сити-экспрессом обещают соединить Днепро и Синельниково. Наталья Гусок, Владимир Штенгелов из Днепра для телеканала «Фридом».